Погнали! Ой, куда погнали? Там, там стежок. Назад, за ворота все. Очень опасно. Я не знаю, короче, как они этот промахнулись. Ну, это как-то произошло, короче. Блин, а у меня стаков-то нету, надо, короче, где-то добивать. Ой, себе дать забыл. Так, все-таки повысим, короче, эффективное замедление. Это нам то, что надо. О, сразу по потроим. Оп, по одному. Так, а я сейчас на базу пойду. О, ребят, кого-то убили, хорошо. Так, есть дракон, надо проюзать. Быстренько, 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 есть, все, погнали. Я исполню свой долг. По-моему, это еще не вели. Выбери талант. Ах, ты ж скотина. Так, есть. Мне... Блин, там его Анна, короче. Прячемся, прячемся, прячемся. Блин, ну что же они как-то... Не то, что не... А ну, подселение! Ну, а ну, мы, видимо, по боку, да? Ты слышишь, брат? Так, а это надо забирать. Оп, 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 оп. А на седьмой есть? Седьмого-то нету. А ну не успел. Ха-ха, лошара. Что-то ну, нас всегда не успевает, тоже пойдет на базу. Так, 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 ладно, поехали. Фигачек опасно. Как ощущение, как бы Джайна сама свою стенку сломала. Так, ну Серегард должен уйти. Так, мы еще каким-то чудом, короче, впереди. Хорошо. Все, по хп теперь не будем отставать. Этих наемников нужно призвать нас. Так, нам не просто наемников надо призвать. Ой, нас драка, короче, не знаю. Как, 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 как. Ты даешь надежду.
Оп, стак, есть, стак, есть. Оп, еще стак на Джайне, отлично. Оп, еще стак на Джайне, хорошо. Все, нас стакали, отлично. А, ты драться будешь? Ну, давай подеремся. Будем, короче, дракошку устанавливать. Мода хорошая цель вообще для Ешки. Ой, хорошо, я сейчас дан достану. Так, Азмодан убьем. Есть. Блин, а я тебя лечил же. А, ты сейчас дашься под полтинником, отлично. Очень хорошо. Короче, как говорится, от дубов тебя никакой пик не спасет в команде, да? Но очень себя хорошо показывает. Сыграли две игры всего, по двум играм, могу сказать. Даже игра, где мы стирали, короче. Так, все, прошли, мы здесь нормально. Пока даже ульты не будем пользоваться. Ладно, дойдем, опасно. Можете передохнуть. Все нормально. Опа, меня вытянул, да? Ну что ты мне сделаешь? Ничего. Опа, надо отходить. Ой. Короче, я страшно, ребят, я не пошел сюда. Вот кели как могли сейвили, я, блин, снеговика не видел. Я, короче, не допер, что это... Все, отошли, все нормально. Фух. Так, пока нормально идем. Надо кружку. Привык. Кружку? Привык? Что за? Мне придется так, все, пошел, короче. Это победа для всех, кто противостоит. Так, ну, здесь зачистить, короче, и сюда идти. А я рискну, короче, здоровьем, пойду сюда. Давайте посмотрим, что за стежка за ульта, чтобы нам не попасть. Все, не ложилось, отлично, контроля нет. Блин, не успел попасть, ну да ладно. Так, а вот мы там потеряли, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Погибни, берег монстров титанов! Ну вот так вот, короче, мы ушли на базу. Ребята, вот это супер эскейп.
Олег, я очень-очень доволен ей, мне нравится. Она агрессивный саппорт, то есть она наносящий урон. Вот. Ну, мало здесь цифр, да, но есть игры, короче, которые нам показывают обратное. Где-то игра была вообще топ уроном был. В общем, я доволен, доволен, что она вытворяет. Бабочки мне тут взлетело. Все отлично. И Джайна. Да, Джайна, не знаю. Так, все, Ригарочку бил. Ригар, 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 Ригар. Блин, я тебя лечить иду. Скотина, стой. Все, погнали дефать, короче. Кристальчики, стало наш все. Эскейп, да, зашибись. Кстати, можно не использовать не просто как эскейп, а перемещение. Так, для действия драконов. Поехали. Что за люди такие? Да половина команды не хочет, короче, регениться. Возгоры, короче, по нам шмаляет. Так, а Кель, кстати, правильным делом занимается, поэтому помогу. Соберите их, кристаллы! Хорошая работа, Лего. Так, есть он, исцеление 34 тысячи. Блин, ну я хотя бы глубину убью. Фух, я думал, сейчас будет хук, хука не было, короче, ну да ладно. Бэмс. 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 Отгоняем врагов. Ой, их не было, не... Блин, я в слипе, но я сейчас... Так, а я пойду сюда, короче. Встречу вот здесь. Привет, Сижочек. Я покажу тебе силу жизни. Не, мы тебя не отпустим, ты уж извини. И дракон должен, смотрите, пол хд есть. Ой, как хорошо. Ух, это было опасно. Кель, спасай. Все нормально. Да, вот так вот мы, короче, пережили. Идем далее. Анна снайпер, не стимулятор на джин. А это толку на нее стимулятор давать, она все равно когда будет долго. К тому же там времени у нее просто нет, этого делать. Свидетельство моей славы.
Кого-то мы там потеряли, да? Упс. Короче, я пытался спасти как мог. Что-то все сдохли. Зачем, непонятно. Но мы ушли. Не получилось Ванубом замансить. Так, ну у них, короче, нет, считай, двух сторон. Надо было уходить, когда была возможность. Зря ребята остались. А чё я кристалл для себя на вкусника? Ой, они боссы берут, чё, серьезно что ли? Сонечка, аккуратненько, родненько, я бегу. Блин! Гар, короче, троллит их. Заколебал, жирный же, давай умирай уже. Как он надоел, а? Так, а ну-ка, зачем-то фиданул. Ради чего я так не понял. Смотрите, уже дракон есть, я только что использовал, да, уже дракон есть. Так, у Азмы, что ли, все кристаллы, чуть не понял. Бил стежка. Стежок. Щит, исцеление, реген. Вот здесь надо было замедление убрать. Ну и, в принципе, дальше нормально. Здесь отстану, дальше хука пойдет. А только вот здесь ему надо тоже было брать. Короче, лучше щиток бы взял. Соло-танк. В принципе, пойдет такой терпимый билд. Так, Катька, давай тону, что мы дохнем здесь. Пойдемте кэмп возьмем. С боссом мы могли бы закончить, блин. Игра затягивается по одной простой причине. Там ребята чуть-чуть фиданули. А если не фидели? Кстати, по-моему, ни разу не сдох. Да-да, ни разу не сдох. Смотри, стоп исцеления у нас в команде. Регард всего 38 тысяч.
Да нет, смысл здесь на сверке. Здесь надо обязательно было брать именно щиточек. Все, это заканчиваем мы игру, ребят. Давайте, короче, полетели. Я просто покажу кое-что, пока кору не снесли. Вот, короче, что можно вытворять на Ликстрайде, ребят. Смотрите, вот отсюда. До отсюда долетел, да? Жизнь порождает жизнь. Так, хорошо. Победа! Лучший игрок. Спасибо. Козлы сами себя лайкают. Ну блин, ладно, Соньке дам, Ригару, кому угодно из них можно дать. Нормально, ребята оба отыграли. Давайте, ладно, Сонь дадим. Слушай, ребят, вот снова рассказываю вам про Алекстразу. Е-билд, ребята, это самый топовый билд на Алекстразу, да? Видели то, что рекомендовал какой-то про-игрок, Q-билд. Возможно, в условиях, которые его команда ему создают, Q-билд, ребят, эффективнее будет, да? Но этого мы никогда не узнаем, потому что мы не окажемся в условиях того про-игрока, который вот, ну, видели, да, официальный билд, грубо говоря, от Близов на кушку. Вот, Ешка. Ешка, только Ешка. Здесь дальше вот эта ульта, потому что... Почему не первая, да? Потому что здесь массовое исцеление, здесь урон, здесь эскейп, здесь добивание, здесь все подряд. Вот, эта ульта слишком сильна по сравнению с первой, поэтому здесь даже нельзя думать. Здесь это усмирение, ребят. 13 уровень на самом деле является очень ситуативным таким талантом. Если, короче, много контроля, который именно вас приходится, да, то здесь надо брать другой талант, который даст нам 30 брони. Ну, здесь надо все смотреть, да. Если, например, там у вас там все сделано, чтобы забафить танка, чтобы он там раздамажил. Например, Артаса ништяк Ригар. А Артас, да, например, Артас заходит, начинает, плюс щиток крутит, и вы еще эту штучку кидаете, которая там вносит урон АОЕ. Здесь дольше дракон, и здесь бонусы, короче, от Ешки мы испытываем. Она вся просто автоатаки, которая нам тоже дракона, если я не ошибаюсь, кдэшит. Так, нет, и даже для тимлиги кушка не пойдет, поверь. Ты будешь там, скажем так, тебе не дадут этот цветочек постоянно подбирать. У тебя должны быть слишком идеальные условия, чтобы за этим цветком гоняться, понимаешь? У тебя может быть человек находиться в полубитве, его там горош выцепил или еще что-то. Ты кушку дал, а цветок ты уже не подберешь. То есть у тебя уже минус 15%, да? А здесь Ешкой два раза попал, и на второй раз ты уже 10% минимум. Минимум 10% ты уже восстановишь своего хп, да? То есть на кушку ты потратил 15, здесь 10 вернул. Ну, тоже при условии, что попал. Но ты можешь также попасть и по пятерым, правильно, да? Вот, поэтому Е-билд здесь очень сильно выигрывает по сравнению с другими. Хотя W-билд тоже неплохо смотрится, но это при наличии кучи жиров у тебя в команде, именно что нужно вот их резко поднимать. То есть 15% каждому жиру, это очень много. Так, ну что ж, ребят, погнали. Лига еще. Там, короче, талант. То есть, когда ты кушку прожимаешь на своего тиммейта, появляется там, ну, возле же тиммейта появляется цветочек, ты его подбираешь, и следующая кушка, она, короче, бесплатной будет. То есть она уже не потребует затраты хп. Как Лили говорит, ух ты, цветочек.